Командир батальона Ахмат Абтиалаудинов говорит, что российская армия совершила в Курской области 187 преступлений, а батальон Ахмат ни одного. Вот я нахожусь сейчас на данный момент на Курском направлении. Я сразу же сходил к начальнику ВВД Курской области и задал ему блок вопрос. Какие у вас проблемы с Ахматом, как только я сюда зашел? Он улыбнулся и сказал, у нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийство и другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделения Ахмат. После этого начальник управления МВД в Курской области говорит, что Уладинов мало того, что врет, еще и не появлялся в Курской области с сентября месяца. Во-первых, никакой подобной информации генерал Алаудинов от нас не получал. Во-вторых, мне не очень понятно, о какой такой встрече говорит товарищ генерал-майор. Крайний раз мы виделись с Абтиароновичем в начале сентября. После этого, по моим данным, на территории Курской области он не появлялся. Потому как сейчас в нашем регионе не самое подходящее время для съемок. Больше мне нечего добавить. Всего доброго.